Мы управляющая компания Doorway, которая управляет гостиницей «Казахстан». И у нас заключен договор с казахстанской компанией «Бурган». Были хозяйственные споры между Альфа-банком и компанией «Бурган». Но в итоге нашей компании было подписано очередное соглашение об управлении несколько месяцев назад. Вы знаете, ну, эти вопросы больше не к нам, потому что мы управляющая компания. Но по факту мы заключаем контракт с владельцами компании, казахстанской компании «Бурган». А вот действительно ли была какая-то задолженность, да, по кредиту вот у бывших владельцев, и они погасили ее с помощью дочки Альфа-банка? Дело в том, что мы не занимаемся финансовыми вопросами отеля, а занимаемся только непосредственно его развитием. Мы сами управляем гостиницей вот несколько месяцев назад, заключили договор на управление между казахстанской компанией «Бурган» и нашей компанией «ТО Дарвей» на управление. Соответственно, от тех событиях, которые были до этого, мы как бы не владеем этой информацией. Как бы по этому поводу мы как бы ничего комментировать не можем. А касательно наших планов по развитию гостиницы «Казахстан», наша компания как бы является, владельцами являются казахстанские бизнесмены, группа казахстанских бизнесменов, которые планируют вкладывать в гостиницу для того, чтобы, не знаю, там, вернуть популярность, которая была в прежние годы. В Казахстане как бы много слухов ходит о том, что Казахстан старая гостиница советского типа, но мы хотим это все как бы поменять, показать, что у нас в принципе номера все как бы относительно хорошие. Сейчас есть такая идея, чтобы каждый этаж сделать в стиле городов, то есть сделать один этаж Алматы, Астана, Чимкент и так далее, и так далее. То есть чтобы гостиница «Казахстан», она как бы собой была каким-то, не знаю, там, достоянием именно самого Казахстана, чтобы мы могли показывать иностранцам, гостям нашим. Столько планов у вас, значит, можно сказать нашим казахстанцам, что никакой головной офис Альфа-банка сюда не переедет. Опять же, такой информации как бы мы не владеем, и как бы с учетом того, что мы только там, месяца два назад заключили договор на управление с Бурганом, как бы говорить, что какие-то изменения будут, ну как бы я думаю, нереально.